Вот вас не будет, да? Бейсмант останется, Коля, Миша, Миша, Витя, все останутся. И найдутся потом они, и дадут показания. И после вас потом вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду, вот это моя мысль была. Они же будут эти вопросы к Коле потом. У тебя к Коле никаких нет. У меня не будет. Он будет обычным гражданином, как твои дети. Приедут за ним. Вы начали моих детей дергать и так далее, а этот уже Колю посадить. Ну за что, пацана? Он же, его адвокатов, такой же несовершеннолетний Сергей. Найдем за что посадить. Никогда не трогай детей. Тем более, когда я твоих детей. Я ваших детей не трогал. Я такую возможность. И не будет. Ну а за что его сажать? Не за что. Ну за что? Ребенка? Ну а что, здесь дети сидят. Ну, здесь нет. Есть двое, кто уникальный для них как раз. Посидит, пообщается, ну, со сверстниками. Мне не нравится то, что вы говорите. Не нравится. А мне тоже не нравится. Что вам не нравится? Ну, то, что я здесь сижу. Ни за что. Я вот не знаю. Да, нет, то, что вы сидите, не за что. Оля, это не значит, что кто-то другой тоже должен ни за что сидеть. Вот это меня, знаете, больше всего и пугает.